Сотрудникам многофункциональных центров Калмыкии вручили награды за самоотверженный труд в период пандемии. Министр цифрового развития Калмыкии Алексей Итеев в своем выступлении отметил, что в МФЦ трудятся компетентные, внимательные специалисты, которые находятся на передовой и в условиях пандемии продолжают принимать заявителей, оказывать им помощь и поддержку. Стоит отметить, что с момента действия ограничительных мер в Калмыкии деятельность учреждения получила новое направление, перешла на усиленный режим работы. Была оперативно организована работа центра телефонного обслуживания в многоканальном режиме. И обработано свыше 20 тысяч звонков. При этом работники центров «Элисты» перешли на сверхурочный режим работы и работу в выходные дни. За заслуги в профессиональной деятельности, безупречную и эффективную работу сотрудникам МФЦ вручили благодарности главы Калмыкии и правительства региона.